поет. Едем в горы. Вначале ты мотай. А ты нас не гляди. They use parking. Это Джозеф парк, да? Джозеф Гэп парк. Visitor information, picnic arena, trails. Здесь вот парковка. А, вот он въезд в парк. Что вот типа платить. Вот оплата за парк. Daily. Daily, да. Нет, там рейнджеры стоят, когда мы ехали. Daily parking. Admission. $6 с человека за взрослого и 3,5 с ребенком. Но у нас. Yearly. Pass. Pet owners, dogs on leash. Jones Gap State Park. Вот считай, нас на всю семью это надо $21, короче. Слышишь, да? $21. Мы позавчера заехали, да? Под Колами $20. Еще $20. Уже $42 мы за 2 дня потратили. Этот yearly pass стоит $99. Вау, какая здесь классная речка. Горная. С камешками. И мостик там. Фига, круто. Ну, вход в парк красивый, да? Прям вообще. Огонь огненный. Выходим на мостик. А, вот она. Карта парка. Вот. You are here. Парковка. Вон там вот домик. Парк офис, реструм и вот тропы две. Мы с Илюшей идем. Илюша? Илюшка? Да? Илюшка? Да. Так, камни выложены. Видок у вас. Пошли. Это уже. Что стоит? Проходите. Ну, маму ждем. Папа! Пойдем в туалет, я жду. Папа! Конечно. Вот какой здесь красивый домик лесника. Давайте посмотрим, поближе подойдем. Посмотреть поближе. Угу. Из бруса, из камня, да? Из камня, из настоящего. Ну да. Все, наверх, давай туда. Да, тут магазинчики есть. All distance, one way. Вот все дистанции здесь. Все трейли. 30 баксов, наверное, цена на толстовке, вот, как в магазинах. Ну, как бы дорого считается, но если у тебя всего лишь там... Сколько там? 40. Ну, Мариш, мы можем себе позволить? Ну, я вижу! Я на палатку багажник закинул, что это не знаю. Мама вам присыпала с океанкой и сказала, палатку закинул, типа я сюда попасть. Сред 2 дня я сюда высыну. Вау, вот это да! Давайте здесь сфоткаемся! Тима, Леша, идите сюда! Ну и что там пишут?
О, тут был путь какой-то, да? Грязный, да? Грязный путь был. В 850 году. В 850? Построенном каким-то... Ну мы вообще лашпеты, блин. Оказывается, этот парк такой крутой. Здесь вот есть кемпинг, место уединенное. Прямо на берегу горной речки. Вы представляете, как круто было бы летом здесь, а? Ну надо заранее. Обалденно. Смотри, как классно, а? Офигеть. Офигеть. Да, круто, Макс. Вот и Илюша, круто, да? Это грибок на дереве разросся. Да, сейчас. Вот, дошли, да? Водопада. Одного из нескольких, которые здесь есть. Давайте я вас сфоткаю. Тима, холодная вода? Да, нет, не такая холодная. Не очень холодно? Купаться будешь? Нет, мне с тобой не надевался. Тима опять не взял квадрокоптер. Что, будешь купаться? Смотришь. Открой. А ты взял или зачем? Почищи. Это Palmetto Trail, индейцы с гор отсюда шли на юг океану, из океана. И вся эта тропа пронизана разными парками, кемпсайтами. Протяженность 425 миль. Вот у нас в планах пройти ее. Что? Самокат по дорожкам проедете? Или на машине поедете? В машине. Это трейл с севера на юг. На Флориду. До Канады. Леш, подержи. Мы здесь. Макс, ты пойдешь, что ли? Пять. А у него нету семьи.